всех приветствую на нашем канале «Ножевая мастерская вершина». Итак, у нас сегодня на канале тест ножа из стали D2. Сейчас мы сбросим наш контрольное измерение. Мы на щечке на 125. Вот это минус 5, это 120 срезов у нас контрольный нож сейчас делает. Сейчас мы обнулим. Так, все, мы обнулили наш счетчик. Нас давно не было. Какие-то анонсы я пока боюсь рассказывать, что-то показывать. Давно ничего не снимал. Поэтому сейчас будем потихонечку вникать. И в процессе я буду вас погружать в наши, скажем так, планы на будущее. Потому что основным планом этого лета это был хотя бы сделать коробку и провести отопление. Никакой отделки, конечно, речи быть не может. Это пока очень долго и дорого. Вот. Но мне хотя бы теперь есть где снимать и работать. Потому что уже в мастерской места становится катастрофически мало. Ладно. Меньше лирики, больше дела. Поехали. D2 сейчас это новая партия, она китайская D2, бывает китайская H12, я не знаю точно, возможно это одно и то же, мне только показывает состав и название, D2 или H12, но режет она очень хорошо, довольно-таки хорошо, сейчас мы с вами в этом убедимся. Ну что ж, думаю, поехали. Финиш, раньше был все время чугунно-перетер, сейчас финиш альфа-2-1 камень. То есть пока скотчем я не пользуюсь данным, но возможно буду, потому что сейчас будем с микроскопами работать, буду уже делать вставки, видео с микроскопов. Сейчас маленечко тут, полочки хотя бы какие-нибудь что-нибудь сделаю, потому что у меня пока вот один стол и все остальное лежит на полу. И когда уже хотя бы что-то будет, мы уже будем с вами и микроскоп смотреть, и заточкой баловаться. Будем Сергея Жирова просить консультации онлайн, чтобы он нам показал, все ли у нас в порядке с режущей кромкой. На его усмотрение. Дальше поехали. Бабочка летает. Прошу прощения, сейчас я звук выключу. Один талон уже отрезали. Так.
клей налипает сильно прям. Попробую чуть-чуть маслицем смазать. Сейчас не надул, конечно. Так, почти два эталона. Пока намотаем канат. Бухта, походу, перепуталась внутри. Я ее пока переносил. Нет, все вроде ничего. Все-таки песок-галтовка лучше устойчивость вот к прилипанию клея. Уж не знаю, насколько по продукту разница есть. Наверное, все же тоже есть. Я пальцами затачиваю, режу кромку. Контроль ножа такого, конечно, нет. Там, потому что один очень-очень грубый. Такой прям
зверски, на 300 резов уже. То есть это у нас уже 60, это полуталона, ровно 2,5 талона. Это очень хороший результат. Очень. Нож уже тоже на грани, бывает уже не прорезание, но пока режет. То есть, 320 резов. 360, это будет 3 талона. Не будет. Чувствую уже непрорезание. К сожалению, не будет 3 талонов. Вот 3 талона у меня. Один, ну, шпалный топ. Из хашки. Это вот Петру мы делали вот недавно нож. На тест. В лес, в поле. С ручкой из карбона. Хашку. Та хашка в конвексе отрезала 3 талона. То есть это так. Там прям H12, не D2. И экспериментальная термичка, я, кстати, даже не помню, как ее и делал. Потому что это было в прошлом году. Я нашел эти клинки. Они у меня подписаны были, ну, что экспериментальные. А кто, что, сколько, даже понятия не имею. Ну, как термичил, я имею в виду. Ну, ничего, будем вспоминать. В серии ее не было, той термички, прям 100%. Это были чисто эксперименты. Я тогда был прям в ударе. Мне хотелось больше всего делать. И за спешкой я упустил рецепт. Рецепт упустил, самый главный. Нет, наверное, все. Все, прям вот на липочке, но не прорезается. Так, итого у нас 363 реза, минус вот эти 360, ровно 3 талона получилось. Ровно 3 талона. Вот. Давайте попробуем сейчас рог, вообще посмотрим, как оно себя поведет. Может быть, не все так радужно, как хотелось бы, да? То есть мы сейчас на данный момент клей уберем. Так, а столик-то мне жалко этот поганить. Я раньше на том у меня, который был, прям раз провел, и у меня РК от рога чистилась. Если только под столом где-то, жалко столик. Столик мне Лёшка Навалов подарил, это из ореха, ну, причем ореха ихнего местного, он очень твердый, там, ну, климат такой, и он, орех получается не рыхлый, а прям как каменный. Так, чудесненько, вот прям есть махра, вот в этом месте, где он, но тем не менее, он ее прекрасно прорезает. Что-то прям как-то очень даже хорошо, подозрительно. Ковырнем с вами пару раз. Ох, как он хорошо его. Как хорошо рог ковыряет. Так, давайте маленько с вывертом попробуем. Нам этого достаточно.
Ну что ж, вот сейчас момент истины. Есть подскок, вот он. И он еле чувствуется, но он есть. Не знаю, как вам видно, не видно. О. То есть какой-то маленький заменчик присутствует. Ну, я его чувствую, по крайней мере. Визуально ничего вообще не видно. И ногтем, знаете, как оно идешь вырезать, там раз и проскакивает. Ну, как будто там гладкая режущая кромка. Предлагаете прям подубасить. Ну, я вам не советую так делать. Это исключительно в рамках эксперимента. А потребителю такого делать нельзя. Сиденье, кстати, здесь очень тонкое. Где-то в 0,2 почти. 0,2 даже нет, но... Оп. Оп. Ну, здесь уже посерьезней замина. Так, сейчас. Я чувствую подскоки. Вот здесь два блестит. Здесь ничего нет. Вот здесь как раз... В двух местах, вот оно, прям загибы. А мы сейчас попробуем, посмотрим, как они уберутся. Так, давайте сначала так пройдем. Так. Все. По-моему, полностью убрались. Попробуем. Он маленько стал грубее резать, то есть на... камнях он потоньше резал. Ну, здесь что-то подбивает, как бы. Сейчас я. Вот оно. То есть, если у нас дальше вот здесь уже ничего нет, да, то вот здесь прям какой-то маленький-маленький подскок есть. Попробуем его полностью убрать, но, кстати. Ну, вот и все. Вот оно убралось полностью. Все, друзья, испытание, считаю, пройдено успешно, рез прекрасный, вот, то есть, как я и говорил, и всегда говорю, D2, H12, ну, H12MF, это моя любимая железка, соотношение цены-качество просто, ну, феноменальное. Многих, может быть, смутит тот факт, что она питингует, да, там. Ну, я вам скажу, наверное, любая будет железка питинговать, зависит от условий и ухода за ней. За всем нужен, требуется уход. Вот, поэтому мой выбор, я еще раз говорю, H12MF, мне REX-ов не надо для меня. REX это очень дорого. REX могут, ну, это уже искушенные резом люди выбирают, которым уже становится мало.
ну, которым очень важна именно первоначальная острота, чем дольше будет держаться на клинке. То есть это уже люди, которые привыкли работать острыми ножами, ну, то есть очень хорошим инструментом. Кто попробовал хоть раз работать хорошим инструментом, он знает, да, разницу. И уже никогда не будет работать инструментом, скажем так, низшего сегмента. Поэтому делайте свой выбор сами. На простое, ну, на 95% случаев по 12 мм будет более чем достаточно. Дальше это уже, скажем так, хотелки, не более. Это не в моих интересах, да, все равно все знают то, что на, скажем так, ножах элитных можно больше заработать. Но тут и ответственности больше, конечно. Но, тем не менее, поэтому я выбираю Х12 и вам советую. Хорошего вам дня, спасибо за внимание, всем пока.